Откровенные сцены у меня были в «Утомленных солнцем». На этой сцене нашей любовной ей нельзя, у меня нога сломана, возиться. Поэтому взяли дублёршу, такая пришла молочно-восковой спелости, девочка. Я говорю, она вообще знает, что будет происходить? Он говорит, ну, оставь, ради бога, давай. Я подхожу к ней, говорю, здрасте. Она говорит, здрасте. Я говорю, ну, со мной будете сниматься? Да, мне говорили. А вы знаете, какая сцена? Она говорит, ну, не знаю. Я говорю, ассистент, ну, и скажите вообще, что будет, потому что я получу по морде просто. Накрыли нас этой самой плащ-палаткой, начали поливать, и Андрон говорит, давай. Я, значит, на нее улюкся. Он говорит, давай, крути жопой, давай, стоп. Я говорю, да дайте воздуху, откройте. Что сейчас увижу? Я открывается, поднимает плащ-палатку. Она лежит такая блаженная, с улыбкой, говорит, скажите, а как будет фильм называться?